Так, дорогие товарищи. Сегодня нам предстоит остановиться на рефлексии. Судя по тому, что какие тут есть заголовки, есть рефлексия как таковая, потом полагающая рефлексия, затем внешняя рефлексия и определяющая рефлексия как единство полагающей и внешней рефлексии. А вот затем, я думаю, это мы сегодня не изучим с вами, а вот затем пойдут определенные сущности или рефлексивные определения. Остановимся на том, что по-прежнему составляет самую большую трудность во всей этой, во всем этом учении о сущности. Что то, к чему мы привыкли в наличном бытии, а к чему мы привыкли, что есть одно бытие, есть его определенность. Эта определенность потом развивается, границу, конечное, бесконечное. А здесь, вот поскольку нет этого бытия, то нет и иного. Поскольку нет и иного, нет и границы. Поскольку нет границы, естественно, нет и ограниченного, то есть конечного. Ну, если мы будем говорить, чего нет, то получается так, что, наверное, сущность – это не просто то, чего нет, а сущность есть отрицательная, так сказать, категория. Отрицательная в том смысле, что она снятое бытие, и то, что оно снятое бытие, это уже это снятие произошло, мы этого должны строго придерживаться. Из этого что следует? Из этого следует, что когда мы попытаемся такие же категории строить, какие были у нас в учении о бытии, а мы их, в общем-то, и должны строить, потому что это снятое же наличное бытие, снятое бытие. А раз снятое бытие, значит, в нем это удерживается, а раз удерживается, да как оно теперь удерживается? Вот оно удерживается так, что какие тут моменты видимости? Моменты видимости – это равные самому себе отрицания. А раз оно равное самому себе, и это отрицание как удерживание, вот такое оно как бы положительным становится. Отрицание раз равно самому себе, раз оно удерживается, значит, оно вроде как выступает как некое бытие. Или второй момент – бытие, но как момент. То есть бытие берется только с отрицанием. Вы не можете взять просто бытие. И положенность, категория, которая здесь вовсю применяется, положенность – это что такое? Это то, что берется со своим отрицанием. То есть прихождение, вот оно, есть только, она приходит только, когда уходит. И уходит только, когда приходит. То есть только тогда можно брать это движение положительное, когда оно берется с отрицанием. И отрицательное только с его противоположностью, с положительным движением. Ну, отсюда и получается некоторый набор выводов. Вот мы берем отрицание. Это то отрицание, которое, это та форма, в которой выступает сущность. И берем его определенность, так? Хотелось бы нам тут то, что-то определенное получить в сущности, не остаться с пониманием того, что сущность – это отрицание бытия, и все. Так что-то определенное-то будет в сущности, правильно? То есть наше стремление понять сущность состоит в том, чтобы увидеть там что-то определенное. Согласны? Дескать, нам сказали, все, вот бытия, бытие вот не можете выбрать так вот прямо. Вот, надо брать отрицание. Но отрицание бывает определенное или нет? Но если оно бывает определенное, а здесь именно отрицание выступает в роли некого субъекта, в отношении которого рассматривается определенность. А определенность есть отрицание. А отрицание по отношению к отрицательному – это что? Положительное. Вот получается некое положительное, но раз оно положительное, которое здесь не допускается, оно сразу упирается в этот потолок отрицания всякого бытия. Значит, оно тоже с отрицанием. И поэтому не положительная, а положенность только. То есть, если оно и берется, как вроде бы отрицание отрицательного, поэтому вот эту роль от определенности выполняет положенность. Выполняет положенность. Не знаю, насколько это понятно.
получается и просто, не очень понятно и не очень просто. Положенное непонятно. Раньше считалось, положенное это просто как то, что мы взяли. Вот здесь пишется видимость, это есть отрицательное, положенное как отрицательное. То есть взято как отрицательное. И это понятно. А что если положенное... Ну как вы взяли как отрицательное? Вы не можете взять его как отрицательное, если вы взяли, как, если вы его взяли, оно получается положительным. Так значит оно... Еще возьмите его теперь и отрицаете то, что вы его взяли. Вы не можете его взять, вы должны сразу его отдавать. А что, раньше положенного не встречалось, что ли? А что вы там положено? Такой категорию мы не имели бы в наличном бытии. Мы имели категорию, помните какую? Вот когда речь шла о положенном. Надо различать между тем, что есть в себе, и тем, что положено. Раньше положенность тоже рассматривалась как некое движение логическое, которое вот делает... То, что не было становлением, становлением. У нас, помните, было нечто иное. Мы их нашли. Как мы их нашли? Мы стали разбираться в нечто. Нечто есть в себе наличное бытие. В наличном бытие есть и бытие, и ничто. Значит, и нечто должно предстать в единстве бытия и ничто, как становление. А оно не предстало. Значит, раз оно не предстало, то оно не положено как. То есть нет того движения, которое перевело бы вот это состояние в такое состояние, что у нас... Два нечто, одно из которых бытие, а другое ничто. И потом мы это получили. Как мы получили? Мы получили, когда рассмотрели, прибегли мы тогда к определенности, если вы помните, как мы получили. Мы взяли отрицательность, то есть определенность, и рассмотрели определение. Определение, качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущности находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А потом мы рассмотрели определение и характер после определения. И поскольку каждый из них тоже наличное бытие, вот мы и получили качественное инобытие. То есть одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, и одно из них положительное – это определение, а другое – отрицательное – это характер. Вот определение. Но люди, которые этого не понимают, они его перевели неправильно. У них там свойства, поэтому кто вот большинство читает и запутывается тут же. Потому что вот там положенность. Ну что вот мы говорили, что оно в себе есть становление, а теперь в себе становление. Как единство определения и характера. Ага, каждое определение характера это наличное бытие. Они же неотделимы от этого бытия, правильно? Неотделимость наличного бытия – это характеристика определенного наличного бытия. Вот. Так что вот такая там... И, а где еще вы видели положенность? Я что-то думаю, что нету нигде больше. Да, наверное. Так я правильно там понимаю, было? Что теперь, раньше мы говорили «сущее», а теперь положенное. Да, правильно. Потому что то здесь... Сущее – это взято непосредственно? Взято непосредственно. А положенное получается... А получается это... сразу скользит. Вы должны взять с отрицанием. Вот все, что вы берете, вы должны взять с отрицанием. Раз вы берете с отрицанием, вы его не можете вот взять и держать. Вы должны, если его берете, если я беру эту книгу, то для того, чтобы ее убрать. А если отсюда беру, если тут беру, то сюда ее положу. То есть я не могу ее вот просто взять. Я должен обязательно отрицать, сказать, эту книгу. По крайней мере, вот хотя бы в этом смысле отрицать. Или я должен ее взять и сразу начать разворачиваться. Теперь это вот одно соображение, которое вот я хотел вам доложить, а именно, что мы как бы воспроизводим то, что мы раньше делали. Вы помните, были вот тут у нас было бытие, а в нем мы различали наличное бытие, небытие, да? И здесь мы пытаемся делать так же. И прямо Гегель говорит, там вот на это ссылается, что вот мы раньше так делали, а так не пойдет. Значит, мы берем отрицательность. И берем к ней отрицательное. Но мы же не можем здесь его взять как бытие, значит, мы его тоже отрицаем, получаем некую положенность. И вот это отрицание, отрицание с одной стороны, а равное самому себе отрицание, как устойчивое отрицание, оно выступает здесь как вот некая замена бытия. Но это не бытие же. Вот. И тут они моменты. А что значит моменты? Моменты только отрицающие друг друга. И впервые, когда мы получили моменты бытие и ничто, это бытие – это то, что отрицает ничто, а ничто – это то, что отрицает бытие. Хотя, когда мы там говорили, мы как-то их вроде брали как такие вот сначала устойчивые, такие прочные.
Какие устойчивые? Они съели становление. И становление стали стало спокойным, спокойной простотой. Съели, потому что это различие казалось снятым. Ну, то, что было, разность бытия и ничто, оказалось снятой. Только там как бы это все это замедленное было действие и распределенное сначала, и это потом то. А здесь вы сразу уже берете в сущности отрицание, и когда вы берете теперь, хотите получить какую-то определенность, но хотим найти определение в сфере сущности, тоже как, что такое определение, вот учение о бытии, определение – это качество, которое есть в себе. Качества здесь нет. А что здесь есть? Здесь есть как определенность, здесь отрицание. Значит, такое отрицание, которое применяется вот к этому самому отрицанию, равному самому себе. А раз она применяется к отрицанию, то она этим же отрицанием и отрицается сама эта определенность. Сама эта определенность превращается в вот это бесконечное движение, вот эта рефлексия, что она не она, так сказать, определяет, а потом в то же время ее определяет. Потому что она применяется к отрицательной природе самой сущности. Отрицательная природа самой сущности в том и состоит, что она отрицает такие отрицания и превращает их просто в положенность. Не доводится до результата. До такого результата, который был бы иным. Вот в чем дело. Не переходит, нет ни в какое иное не переходит. То есть эта рефлексия, если там было бытие и небытие, потом они нечто и иное. А здесь никак в иное перейти не может. Нет здесь перехода в иное, быть не может. Вот что надо тут усвоить. А раз нет перехода в иное, то вот сначала это кажется очень заумным, с одной стороны. Хотя вроде формально все правильно. А с другой стороны, как вот вы понимаете сущность? Вот, товарищ, у вас сущность вообще развивается, нет, изменяется? Конечно, да. Если она изменяется, она же отрицается. Да. Если она отрицается, все, у вас уже другая сущность, противоположная уже. Сущность у вас уже не такая, как в прошлый раз. То есть это вот мы такое понимание изменения сущности не так должны взять, как раньше убрали. Раз, как, она и перешла в иное. А оно переходит со снятием перехода. Со снятием перехода она переходит, так сказать, как, вроде бы, то есть отрицается эта сущность, и тут же снова и утверждается, как опять это же самая сущность. И это же самая сущность. Хотя она уже не это самое. Ну а как вы еще понимаете, вот, дальше не случайно, что отсюда дорогой противоречие. А как вы понимаете противоречие? Что если у вас есть противоречие, то, значит, вся одна сторона противоречия исключает другую, а другая исключает первую. Там рефлексия исключающая. Одна сторона другую. А причем они прочные, эти стороны, потому что каждая сторона содержит другую. Вот ваша положительная, так сказать, сторона, там целая и свой момент. Вот есть целое и свой момент. Это что такое? Это вот, так сказать, сущность Павла Борисовича. Это целое. А какой момент? Это отрицательный какой-то момент, который отрицает эту сущность. А отрицание, оно тоже рассматривается как целое. И в нем момент такой, что это не вообще отрицание, а отрицание вашей сущности. Так? И это тоже можно рассматривать как отрицание. А потом вот эти два. Получается, каждая сторона – это целый свой момент. Эта сторона – целый свой момент, и это целый свой момент. И все-таки одна из этих сторон, она, так сказать, положительная, потому что она вот берет вот это вот целое в положительном ключе, а вторая отрицательная. И мы их все равно не должны перепутывать, хотя каждая сторона тоже целая и свой момент. Отрицательная. То есть отрицательная сторона содержит в себе то положительное, что это вас, от вас сущность отрицается. Это же положительное. А ничья не моя, и не Кирилла Валерьевича, и не Валерия Александровича. Вот такая примерно картина получается. И дальше обратите внимание, здесь Гегель говорит о самодвижении. То есть, если нет перехода, впервые говорит о самодвижении вообще в науке логики. Если нет перехода в иное, так что тогда оттуда должно быть изображено? Самодвижение. А как вот вы изобразили бы самодвижение? То есть давайте от этого абстрагируемся, что Гегель, так сказать, сделал там. Дескать, нам непонятно, очень сложно, давайте нам по-простому. А вы попробуйте по-простому объяснить, что такое самодвижение. Вот как вы объясните самодвижение? Что с вашей сущностью происходит в процессе самодвижения? Куда она переходит? В себя она переходит. Ваше отрицание, отрицание вашего бытия переходит в отрицание вашего бытия. Так? Могу я так сказать?
Ну, сущность – это отрицание вашего непосредственного бытия. Да, я думаю, ну да. Ну, так она переходит в само себя? Сущность в себя она переходит, или она в сущность Юркова переходит? Так она как отрицание и равна самому себе. Так она не только равна, но она переходит. Она не только равна самой себе, она отрицает саму себя. Но когда она отрицает саму себя, она во что переходит? В другую сущность? Сущность другого человека, или она остается вашей сущностью? Значит, она переходит в самое себя. И получается равенство. Ну а дальше потом, вот если мы начинаем дальше считать, когда уже мы берем рефлексивное определение, и вот получается, что никакого такого тождества, которое было только тождеством, вообще не бывает. А тождество всегда с нетождеством. А вот если оно абсолютное тождество, казалось бы, ну все, абсолютное тождество, значит, оно абсолютно совсем тождественно, то есть с и нетождеством. И нетождество. Если нетождество абсолютное, то оно ничему не равно. То есть оно и себе не равно, значит, тождество. Ну, если уж мы берем формально, мы же применяем формальную логику все время, на каждом шагу. Формальную логику применяем и получаем выводы, но поскольку мы применяем противоречивому объекту, получаем все время противоположные выводы. Как вы понимаете самодвижение сущности, как переход этой же сущности в эту же сущность, как не в эту? Вот я правильно сказал? Переход этой же сущности в эту же, но как не в эту. Как в другую, но не в другую. В другую вы не можете сказать, что вы, так сказать, стали другим человеком. Вы вот в ходе занятий по науке логики, ваша сущность переходит в другую сущность, более развитую. Что такое более развитая? Это та же самая сущность, но более высокая. Вообще у Гегеля вообще тема развития как таковой, вот понятие развития, его и что-то и не видно нигде. Хотя на самом деле все движение, которое у него есть, это движение низшего к высшему, от простого к сложному. Согласитесь, вот вся книга сначала и до конца. Вся вот эта диалектика – это теория развития. А вот здесь она, вот применительно к сущности, ну понятно, сущность может в другую сущность переходить и в отрицательном плане. Люди перерождаются, из нормальных людей становятся или алкоголики, или наркоманы, или преступности, или преступники, они переходят, и все это своя сущность, она не становится сущностью другого человека. Все равно она тождественна самой себе. Ну, именно в том смысле, в каком бы можно понимать тождество. А дальше, когда Гегель разбирает этот вопрос, он говорит, что никакого другого тождества, как тождества нетождественного, не бывает. Не бывает другого тождества. Хотя, вот сколько мы не изучали, там, математику, арифметику, везде, значит, что такое равенство? А равно А. Ну, А-то слева, а второе А справа. Одно слева от равенства, другое справа от равенства. При нынешней технике, когда мы координаты можем даже вычислять со спутника каждой А, так, в принципе, значит, у них разные вообще координаты. Не говоря уже о том, что вы никогда не добьетесь абсолютно точного описания, написания. Даже если будете штамповать, все равно вы там, так сказать, поскольку все-таки даже если вы перейдете на более точный к этому подход, то там есть движение молекул, движение атомов, и никак вам не получится добиться, чтобы А было равно А. То есть вот то, что А равно А, вот это вот понимание, на котором построена вообще вся математика, это абстракция известная, и вопрос о равенстве. Вот. И вообще, вот что такое равенство? Вот скажите, пожалуйста, что такое равенство в математике? Да вот два, это левая часть равна правой. Как может левая часть быть равна правой? Вот у вас левая часть равна правой? Она никак не может быть равна. Потому что одна левая, другая правая. Вы же сами сказали, что это левая, это правая. Как они могут быть равны? Они вообще повернуты не так. Теперь треугольные части. Как они равны бывают? От того, что вот их равенство поставить между ними, во-первых, так обычно и не ставят. Просто говорят, два треугольника равны, а когда они? Когда их накладывать? Ну, как вы будете, когда накладывать, у вас получится это накладывать? Мысленно. Вот и сверху будете накладывать, верхний треугольник, нижний треугольник. Справа будете наезжать, это наезжающий и спокойный будет треугольник. Все они все разные треугольники. Ничего нет абсолютно тождественного. В реальности, да? А? В реальности. В действительности. Здесь. Еще круче будет, Владимир Ильич. Действительность не употребляют люди, а мы вот как продвинутые такой вот
Он говорит, ответ у вас правильный, но недействительный. Ты что? А действительность предполагает еще и действие. Там Гегель прямо говорит, действительное – это то, что и в действии себя проявляет. Если человек положительный, то он тогда положительный, когда в каких-то действиях проявляется. А если это не проявляется в действиях, его положительность недействительна. И его за это нет. Но это относится и к другому. Коммунист. Коммунист, который себя не проявляет как коммунист, никакой не коммунист. А зато у него есть партбилет, он ее не выбросил. И Путина придет член. Придет зам по орг и скажет, там взносы за 3 месяца не уплачены. Даже в КПСС через 3 месяца стали вопросы об исключении. Вот. Большинство уже почти 25 лет. Они откладывают. Вот такой угол зрения, который нам надо взять, потому что если мы хотим и поймем, что здесь вообще-то и разрабатывается, Гегелем разрабатывается вопрос о самодвижении. А раз о самодвижении, то и не надо искать вот этого второго, в который он переходит. Нету тут никакого второго. Вот есть какой-то предмет, и он разбирается его сущность, правильно? Ну, хотя общество может быть предметом, человек может быть предметом, экономика может быть предметом. И вот то, что рассматривается при переходе к сущности, ну давай так. Уже рассматривается отрицание вот этого бытия. Вы от него уже никуда не уйдете. А раз вы от него никуда не уйдете, то ни в какое другое бытие вы не попадете. Значит, вы должны двигаться как бы в пределах этого бытия. В пределах. Хотя здесь слово «предел» не очень. То есть вы в его сущности. Значит, сущность может перейти в другое бытие, но не может перейти. Потому что переход состоялся бытия в сущность. Вот когда эта сущность в себя вся пройдет, вот тогда она перейдет во что? Понятие. Снятую сущность. Вот, ну, до снятия тут, как вы видите, мы находимся в начале, до снятия как до неба. Вот, когда она перейдет, вот она перейдет, вот это вот противоречие во что потом перейдет? Кто скажет? Противоречие во что перейдет? В какую категорию? Что будет с противоречием? Тождество. Нет, тождество раньше было. Противоречие во что перейдет? Вот мы будем рассматривать, вот мы рассматриваем, сейчас мы рассматриваем, вот только вопрос о рефлексии, какие виды рефлексии бывают. И тут на самом деле особенной трудностей нет, потому что раз тут значит, это бытие возникает, и тут же возникновение и пропадает, то возникает как отрицательное. Поэтому здесь есть момент предположения. Вот если мы что-то... предполагаем, нет, положенности, если мы видим, идет переход в иное со снятием этого перехода, сразу надо будет, со снятием этого перехода, это положенная рефлексия. А если мы куда-то переходим, смотрим на положенное, значит мы откуда-то идем, значит вот это откуда идем, это вот предположенное. Раз предположено, значит мы предполагаем, что есть что-то во мне. Хотя этого, то, что оно есть во мне, тут же отрицается. Нет ничего во мне. Нет ничего тут внешнего. Потому что это сущность. Какое вне? Оно внешняя рефлексия. Где? В сущности. Это просто вид. Это просто... когда мы говорим рефлексия, то мы, значит, это слово и означает, что каждый раз отрицается вот то, что применимо для бытия. А с другой стороны, мы ведь наблюдаем это все умственным взором. И раз умственным взором, мы все хотим картины получить такие зрительные, а они не зрительные. Дальше. А единство, полагающей рефлексии и внешней рефлексии, есть определяющие рефлексии. И мы вот пришли к тому, о чем я и говорил, вот об этом определении. Как вы должны определить через отрицание. Но отрицать-то вам придется то, что является отрицательным по природе. Причем само понимание сущности не позволяет нам прийти просто к бытию. Мы не можем прийти к бытию, потому что бытие, так сказать, мы сразу упираемся в то, что сущность – это снятое бытие. Поэтому мы только можем, так сказать, выскользнуть, то есть взять это бытие в отрицании. Положено. Вместо этого получается одна лишь положенность. Отсюда и положительное. Положительное, потому что положительное не в отрыве от отрицательного. Никак вы не можете взять положительного, абсолютно вообще
оторвавшись от отрицательного. Я повторяю свой вопрос. Вот мы потом будем рассматривать, допустим, тождество. И когда будем рассматривать тождество, там уже, как говорится, уже проще кажется, уже мы выехали на оперативный простор. Когда мы рассматриваем тождество, то мы понимаем, что тождество всегда тождество чего-либо. Если тождество даже с самим собой, то это моменты самого себя. Раз тождество – это тождество, всегда не тождество. Для того, чтобы о чем-то говорить с тождественным, то, значит, надо брать тождество, чего-то не тождество. Никакого другого понимания тождества просто не может быть. Потому что тождество – тождественно – это тавтология. Елка – это елка. Запишите, пожалуйста, баран есть баран. Что мы тут? Далеко мы продвинемся, если мы будем. Абсолютное тождество – это тождество, тождество абсолютно со всем. С чем? И с нетождеством. То есть оно содержится и нетождество. Как не абсолютное нетождество, оно тождественно и с тождеством. Потому что нетождество, оно и нетождественно нетождеству. А нетождественность нетождества есть тождество. И вот мы пришли затем, потом выясняется, когда вы увидите, что раз они каждый в себе момент другого, то они просто одно выступает как одинаковое, вот, а другое как не одинаковое. Одинаковость и не одинаковость. Или когда мы говорим разные, мы не указываем, в каком отношении они отличаются. Разные и все. Не тождество и различия, а просто разные. И, наконец, вот мы пришли к противоречию, когда каждая сторона, она вобрала в себя каждый момент, и тут не тождество с нетождеством, а тут не тождество с тождеством. Здесь различие с тождеством, а здесь тождество с различием. И вот, поскольку одна сторона исключает другую, ну как оно исключает? Оно и в себе ее исключает, потому что каждая сторона содержит в себе момент другой. Противоречие, правильно? Каждая сторона содержит в себе момент другой стороны. Как? А как? Вот это мы уже для нас, я бы сказал, привычное понимание, потому что это вот более конкретное, более сложное, а более сложное для нас проще для восприятия. Потому что вот абстрактные вещи, которые составляют дорогу к этому, они не очень тут понятны. А тут уже вроде понятно. Вот каждая сторона включает в себя противоположный момент, раз единство, противоположность. У нас единство, если с Степаном Степановичем, значит, если у меня с ним единство, значит, раз единство, значит, настоящее единство, что я уже в себе, в душе его имею, этого Степана Степановича. А он, соответственно, в сердце своем меня. А как еще? А как вы понимаете, а в чем тогда единство? Если нету вот этого в каждой стороне, тогда нет единства. И вот это, с другой стороны, это я, все-таки это я, и я это, так сказать, все-таки, несмотря на то, что я и в душе, и предполагаю, я его отрицаю, а он меня отрицает, потому что он-то это он, а не я. Поэтому вот эта рефлексия, которая имеется, которая соединяет и разделяет два этих две стороны, а исключающая, вот, значит, разрешается это противоречие. Во что оно разрешается? Вот товарищ, кто он знает, товарищ, в основании. Он все, в основании, да. Я посмотрел. Понятно. Михаил Васильевич, вот после этого можно сказать, что аналогия худший вид рассуждений. Это не после этого, это говорит Гегель с самого начала, потому что аналогия вообще не доказательство. Что вот кто-то кажется похожим, а раз оно похожее, то он ничего вы не утверждаете про то, что не похоже. Где какая гарантия, что вот то, что похоже, раз оно еще и не похоже, а раз оно не похожее, то оно идет по другому пути, другие могут быть результаты. Потому что тождества абсолютного не бывает. Потому что тождество всегда с нетождеством. А раз всегда с нетождеством, вы берете аналогию, то есть берете имеющее некое сходство с тем, что вы рассматриваете, и думаете, если сходное, так сказать, вот с вами. А рыба с нами сходная, у нее два глаза, между прочим. И рот она может открывать. Поэтому можно смело прыгать с моста. Это по аналогии будет.
вот, разрешается в основании. То есть не пропадает это противоречие. И тогда уже вот это вот исключение, тогда как бы это основание себя уже толкает. Ну куда оно толкает эту сторону? Оно толкает ее уже наверх, ближе к бытию. Да? Получается основание основанное. Вот это основание основанное, это уже такое противоречие, где вот. Ну ясно, что основанный ближе к бытию, если можно говорить о близости. То есть оно примерно в таком соотношении, что основание основанное, они относятся как сущности и бытие, но он обе сущности, потому что это вот основанное тоже к сущности относится. То есть в самой сущности различается противоречие между сущностью как основанием и сущностью как основанным. Потом начинают рассматриваться еще и условия. Это сущность во внешнем проявлении. А как оно тут внешнее может быть? Ну, внешнее может быть только в плане отрицания сущности. А не в том плане, не в смысле утверждения внешнего. Это же где-то тут нет буквально в смысле слова. Вот так мы получаем существующее. И поэтому это существующее, вот мы всегда на занятиях тоже в Красном университете, как кто-нибудь скажет слово «существующее», я его всегда останавливаю, вы слишком много знаете, потому что мы еще не знаем, что такое существование. Хватит того, что оно есть. Есть и все. А существование, это значит, оно есть в своих условиях и с основанием. Опосредствуясь с основанием и условиями. Вот что такое существующее. И то вроде бы как тут начинает проступать это самое бытие. Поскольку оно отрицает эту, вот основание отрицает, и поэтому оно начинает выступать как бытие. Но это не бытие, а существование. А потом мы эту же картину с усложнением видим, когда у нас есть закон, как некое основание, да, и явление. И у каждого явления есть закон. И вот тогда мы видим, что вот уже являющееся. А являющееся уже прям просит рассматриваться как бытие. Но только в бытие оно спокойное, а явление оно совершенно не... Его закон его отрицает, это явление. Оно же с отрицанием должно браться. Вот все, что вы видите на явление, это все это не то. И это не закон. Правильно? Вообще нельзя это брать. То есть вы берете то, что брать вообще нельзя. Правильно? Когда вы берете явление. Ну что вы смотрите на явление? Вот, говорите, чайник, а там уксус. Внутри, возможно. Нет такого закона, чтобы наливать обязательно воду в чайник. Можно водку. Раньше, когда еще при царе был сухой закон, графинчиком подавали чай, но наливали туда коньяк. Так что... Явление солнца вокруг земли. Да, явление. А дальше? А дальше, вот за этой самой являющейся сущностью, дальше какая идет сущность, Кирилл Валерьевич? Действительность. Ну как вот она? А нет, я спрашиваю, какая она? Выявленная. Выявленная сущность. То есть она вот дальше пошла, что она уже подтащила к себе это основание, так что она вот прямо на этой самой, ну почти бытием стала, выявленная сущность. Ну такое, то есть она, будучи на поверхности, будучи явлением, она уже соответствует сущности, а не просто ее отрицает. То есть какое-то еще тут есть отрицание этого отрицания, которое делает ее вот выявленной сущностью. И вот действительно, вот это не так и много, то, что является действительным. Сели на поезд, взяли билет, а билет недействительный. А, что-то тут недавно было, что-то недействительное начали продавать мошенники в большом количестве. Какие-то бумаги, которые... Ну, это часто бывает. А, страховые свидетельства недействительные. Дескать, вот там, пожалуйста, вас застрахуют, все, и нет такой компании. А бумажка есть. И купили, а когда пойдут с этой страховкой, вам скажут, вы что, принесли? Это бумага. Тут там же написано. Хочу вам привести пример. Все помнят Гробового. Это деятель, который разработал методику, которую он обучал. И вот те люди, которые по этой методике обучались, научались воскрешать своих родственников. И он не воскрешал никого, чтобы его не взяли сразу,
Он только обучал, дескать, вот я никого не могу воскрешать, но я вас могу научить, как воскрешать. И вот, так сказать, он научил, как воскрешать. И вспомните эти женщины, матери Беслана, несчастные, которые потеряли своих детей, они, значит, прямо за этого гробового готовы были драться насмерть, потому что гробовой, вот он, единственный человек во всей стране, обещал воскресить. А вот вы пообещали? Нет, а вы вот, нет, злодеи вы, потому что. А гробовой единственный порядочный человек, честный. Он пообещал воскресить. Он не пообещал, если вы очень. Он обещал, потом, и причем у некоторых уже получалось. Он говорит, ну, а как вот? Он уже ходит здесь. Вот уже ходит здесь, только не приходит. У вас никогда конфликтов не было у родственников? Не было? Наверное, конфликты были. Вы подумайте, покопайтесь там, ну, что он и поэтому не приходит. Ну, я уже все сделал, а дальше по 30 тысяч брал дешево за это все. Вот для того, чтобы у него было все хорошо, значит, есть такая книга про гробового, а в конце этой книги было написано, поскольку моя одна дипломница, она очень, так сказать, активно с ним сотрудничала, даже представителем гробового была. Вот, она, значит, мне книжечку принесла. В книжечке там в конце, значит, ксерокопия свидетельства Высшей аттестационной комиссии о присвоении доктора физико-математических наук и профессора. Только там написано ВАК, Высший аттестационный комитет. Все остальное, все очень хорошо все написано. Подозрительно для тех, кто немножко знает эту систему, то, что, вот, скажем, если вы получили докторскую степень, то для того, чтобы вы получили профессора, то как минимум нужно год пробыть на должности профессора, чтобы потом получить звание. Это надо опять посылать в ВАК бумаги, это ученый совет должен делать, и ВАК в Москве это решает. Так вот ВАК, люди-то не знают, что ВАК – это Высшая аттестационная комиссия. А там все бумаги написаны, Высший аттестационный комитет. Это никакой подделочкой не является. Вот вы можете вот здесь прямо составить трое. Высший аттестационный комитет и выдавать там, сделать печать, и выдавать либо свидетельство, доктор там, что хотите. Но от имени Высшего аттестационного комитета. А люди, которые к вам будут, так сказать, придираться, скажут, ничего, мы не затрагиваем Высшую аттестационную комиссию. Там вот есть в Москве Высшая аттестационная комиссия, она свои выдает бумаги, а мы выдаем свои. И все. Очень похоже. Да. Ну, я сразу сказал, что он жулик, скоро его посадят, возможно, и вас. Вот. Ну, вот и его посадили, ее нет. Ну, во всяком случае, вот и гробовой сидит. То есть это бумаги все недействительны, а они есть. То есть такая ситуация, когда есть они действительно, сплошь и рядом. У нас вот сколько было коммунистов? Этом самом, в КПСС. 18? По 20 миллионов. 18 миллионов. А действительных коммунистов? Ну, я думаю, там где-то вот уж миллион это как-то... Ну, счет идет, ну, допустим, на сотни тысяч. И то это сомнительно. На десятки. Я думаю, на десятки тысяч не идет. На тысячи. На тысячи. Если коммунистами считать те, которые за них все-таки три источника, три составных части марксизма пытаются изучить, то тогда что-то будет уже на единицы счет пойдет. Тогда приходите к Валерию Александровичу, он вам прямо список даст коммунистов. Да, точно. Которые есть в России. У него должность такая, он их записывает. Вот. Причем, так сказать, в разной степени действительности, поскольку мы же тоже понимаем, что вот мы выдаем диплом, да, в Красном университете, но после этого надо еще долго-долго заниматься, и никто не говорит, что он, ну, наконец, все, вы уже настоящий, действительный коммунист. А это проявляется только в течение всей жизни и в деятельности, правильно? То есть действительный коммунизм проявляет себя в деятельности. А если он только изучал, то он и в деятельности не проявил, то как вы его можете считать коммунистом? Так? Да. Теоретик. Ну, он теоретик фейербаховского типа, а не марксистско-ленинского типа. Поэтому и не теоретик он. Он не действительно теоретик, но теоретик. Ну, как вот Бухарина Ленин оценил? Он теоретик, законно считается любимцем партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики, и поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Он и не может стать действительным.
Вот. А желающих, оказывается, очень много, вроде бы как. Вроде бы такое время буржуазное, а вот хотят назвать себя коммунистами. Это хорошо или плохо? Черт его знает. Когда будет много липовых коммунистов, это хорошо? Плохо. Только это плохо. Они, может, ждут, что все-таки... Да, они верят в социалистическую революцию, как, если она наступит, то они тут, как тут, все набегут и будут садиться в кресло. Старые коммунисты. Да, как старые уже коммунисты, они давно уже коммунисты. Ну все, говорит, товарищи, вы сделали дело, можете уже освобождать, теперь мы, люди солидные, этим займемся. Ну, вот такая получается с этим картина. С вот этой самой рефлексией. Почему это бесконечное получается движение? Почему бесконечное движение, оно пугает? То есть мы бесконечность уже и не боялись, когда так рассматривали в наличном бытии. Правильно? Есть конечное, есть бесконечное. Даже нас успокоили. От того, что я вот сказал Константину Константиновичу, что он вот момент бесконечного, ему даже тепло как-то стало на сердце. Что он не просто вот конечное что-то, а он всегда и навечно, да? Все, что вы сделали, никогда не пропадет, Константин Васильевич. Все, оно обязательно, оно уже воплотилось в плоть, так сказать, человеческую деятельность людей и так далее. Это хорошо. А тут получается, что усюда бесконечное такое движение, и глаз не на чем остановить. Ну а какое может быть еще тут движение, раз тут нет ничего конечного, так оно только все бесконечное и есть. То есть нам-то хочется, вот мы вроде смирились с бесконечным, а нам теперь дали бесконечное? Я говорю, как это так бесконечное? А где конечное? Как где конечное? Раньше было, прошлый год, смотрите, здесь все. Уже конечного не будет. Уже конечного не будет, все бесконечное. А что же бесконечное? Отрицается всякое конечное. Отрицается. А раз отрицается всякое конечное, значит, все, что останавливается, это отрицается. Все, что становится, так сказать, чем-то застывшим, отрицается. И что получается? Бесконечное движение или самодвижение. Ну вот, скажем, душа человека, она все время изменяется, все время развивается или нет? Что за душа? Душа, да. Ну, сущность. А что, мне нравится слово душа? Сергей не использует. Когда вот душа уйдет, вон тогда поймете. Пятки. А бездушный человек бывает? Если бездушный бывает, это душа с отрицанием у него. Отрицание души. А душевный человек бывает? Кирилл Ларьевич, это напрасно. Это определенность человека. Душевный человек относится с вниманием ко всем остальным людям. А есть бездушные люди. Нет у них души. И вы хотите сказать, что атеисты бездушные люди. Я чувствую, куда вы клоните. Вот на них так и нападает за это дело. Атеисты могут быть очень душевные. А вот те, которые не бездушные, я имею в виду, некоторые представители тех или иных конфессий, могут быть и взрывать что-нибудь. Так что душа у них точно есть. Как они считают, они там... Или мы говорим во глубине души. Что имеется в виду? Душа – это, так сказать, такое, я бы сказал, распространенное поэтическое понимание сущности. В общем, правильно? Сущность человека. Вот тогда нельзя говорить, что человек без души. Без сущности не может у человека. А она без души, значит, душа с отрицанием. Черная душа. Ну что это такое? Как это с отрицанием? Что имеется в виду? На дне души у него одна гадость. Еще и дно есть у этой души. Слушайте, так отрицание. Ну, сущность человека, потому что точно не кости, не мясо. Ну точно не орган, не селезенка, и не мозг, и даже не сердце. Про сердце мы точно знаем, что это бессердечный человек, это не значит, что ему поставили это сюда, протез. У него сердце-то есть. А почему бессердечный? Ну потому что имеется в виду отношение к другим людям, правильно? Это имеется в виду. Сердечность, говорят же, сердечные отношения, добрые отношения. То есть это проявление сущности человека, или говорят, проявление человеческой души. Вполне. Я думаю, это категория. Это не категория, конечно, вот сугубо научная, да? Но это категория. Это определение? Нет, это такая категория, ну или такое понятие, которое используется в языке, и, в общем, оно устойчиво. Некий синоним этой самой сущности человека. Потому что к сущности человека, вот сущность человека в совокупности, действительная сущность человека в совокупности общественных отношений. А следовательно, и душа, следовательно, может быть, только связана
с отношением к другим людям, а не просто, что она вот у меня вот душа хорошая, силу получит. Вот если у меня такое отношение, тогда это я никак не скажу, что у меня хорошая душа. Она не может быть хорошей без относительно к тому, как я веду себя с другими людьми. Вот. Это точно. Поэтому мы ведь в ходе изучения науки логики мы не отбрасываем язык там, и все его понятия, а мы просто углубляемся в все понятия, которые есть. Сущность тоже употребляют люди. Ну, реже. Сущность уж не так часто. Говорят, сущность. А по отношению к людям душу употребляют обычные люди. А обычные люди, между прочим, в своих действиях более диалектичны, чем некоторые интеллигенты. Почему? Потому что интеллигент, он носитель знания, он какой-нибудь, если он глупость какой-нибудь запомнил, в голову себе вбил, то у него голова как чурбан. И с ним бесполезно разговаривать. Человек, который занимается практикой, любой рабочий, любой рабочий, вся его деятельность связана с постоянными противоречиями. Для меня, например, поскольку мы в школе проходили ту самую практику, на заводе были 3 года по 2 дня каждую неделю, для меня было новостью, что вот, если там есть какая-то деталь, то там, оказывается, она или в плюс, или в минус, допуски и посадки. Такого не бывает, чтобы деталь, вот как написано, чертеже вот столько, а там написано плюс столько микрон и минус столько микрон. И никогда не получается ровно, вот как вы хотели. Никогда не получается вообще. Никогда точно вообще ничего нет. Хотя, вот скажем, у нас был курс приближенное исчисление на матмехе, но так-то у нас все точное было в математике. А тут ничего нет точного в жизни. Как бы вы ни отмеряли, ну я, конечно, смотрел, как там в Ульяновке, насколько горизонтально. Но вспомнил, что как, ну, в общем, горизонтально. Где мы можем найти абсолютную точность? Нигде мы не можем найти абсолютную точность. То есть точно так же, как мы не можем найти, так сказать, людей, у которых нет изъянов каких-то, безусловно. А все равно вот, делятся люди на сердечных, душевных и так далее. Вот. И это кто такие? Которые соответствуют сущности человека. Это душевные люди, а которые противоположные, у которых сущность, а не их душа, сущность человека противоположная, у них черная душа. Цвет даже есть у нее. А что у вас на дне души? Это вот основание этой души. Дно-то. Да. Основание, тогда основание основанное, и душа, она тоже как выступает как основание основанное. Сейчас. Вульгарная диалектика какая-то пошла. Вульгарная диалектика, а диалектика для народа. А вы хотите быть этими мудрецами, которые, значит, внутри себя говорят и никогда не переводят ни на какой язык, чтобы хоть как-то люди приобщились хотя бы к выводам даже этой вашей диалектики. Ну, выводы хоть вы как-нибудь донесем когда-нибудь до народа, или народ говорит, так, народ, бери вот науку логики, все. И так вот и. А народ скажет, а вы сколько занимаетесь уже, Кирилл Валерьевич, этой диалектикой? Программы нет. Вот человек от народа. Голос народа. Программы нет. А уже выборы. Уже выборы, да. Жуганов дал. Да, выборы. Еще не одни пройдут. Сталинские кооперативы у него возрождаются. А на этих выборах, кто у нас выбран будет? Какие кооперативы? Не сталинские возрождаются, а Липа возрождается. Потому что это не дюринговские кооперативы, а не сталинские. Мелкое производство. Нет, оно не мелкое, оно может даже крупным. Это просто какие кооперативы? Сейчас вот речь идет о народных предприятиях. Вот они народные. Какие они народные, когда они не народу принадлежат, а группе лиц? Разница есть, народ или группа лиц. Вот эти предприятия, которые есть закон о народных предприятиях, принятый в 1998 году, когда уже и не пахло никакой общественной собственностью. В 98-м. Ее в 91-м полностью ликвидировали. А в 98-м году появились народные предприятия, закон о народных предприятиях. А сейчас вот их собираются создавать. Это что такое? Это кооперативы. Но в этом кооперативе вы будете хозяева и сами работаете. И будете в рыночном море плавать и тонуть, как по всему миру эти кооперативы тонут. А что-то будет хорошее дело, потому что это кто такой? Это мелкий частный собственник, но коллективный.
Кого выберут, Владимир Владимирович, на выборах? У вас есть прогноз? А? Зюганова я слышал. Нет, кого выберут-то, Владимир Владимирович? Кто победит? Кто победит на выборах? Партии буржуазии или партии рабочего класса? Зюганов, буржуазия. Мелко. Вы уклоняетесь от вопроса. Да. Подпольщик. Вот, значит, ну, в чем смысл нашего сегодняшнего занятия? Ну, так вот он душу нашу успокаивает, что как-то надо привыкнуть к этим категориям, привыкнуть к тому, что вот рефлексия – это бесконечное движение. Бесконечное движение, но в этом бесконечном движении есть и определенность тоже, но она другая. И определенность тоже. Раз есть определенность, то можно различать. Уже и можно различать разные рефлексии, такие и такие. И вот одна из рефлексий – это тождество, а другая рефлексия – это различие. И различия разные бывают. Разные в том смысле, что бывают различия просто разные, когда не указано, а в чем разница-то. Вот мы с вами, Константин Ильич, разные люди. Что я сказал? Ничего особенного я не сказал. Я не совершенно... А в чем, вы скажете, а в чем что разного? Ну, разные и все. Разные. Потому что мы человеки. Вот. Но это мы ладно с вами, а когда муж и жена расходятся, говорит, мы разные люди, а раньше не думали, а я нахуй, когда женились. Так же не бывает. А уже когда противоположные, это вот классы противоположные. А что значит противоположные? Во-первых, это предполагает, что они в одном производстве, между прочим. Одно производство. Есть единство здесь. Противоположность без единства не бывает. Это вот тут не так, мы просто разные. Нет, уже покажите, в чем единство. Если это рабочий, так это рабочий капиталистов, а не просто рабочий. Если он просто рабочий, он не рабочий, он может там в каком-нибудь патриархальном хозяйстве один, в одиночку, работает и все. И никакого рынка нету, никакого товарного хозяйства нету. А тут он рабочий этого капиталиста. А капиталист, никакой не капиталист без рабочих. Вот представьте себе капиталиста, а рабочие все ушли. Они могут на время хотя бы уйти, а в забастовку. Она по закону у нас допускается. И срок ее не определяется. Вот скажем, в принципе, такие рабочие, если они достаточно хорошо организованы, могут разорить капиталиста целиком. Но если это будут рабочие, все рабочие этого капиталиста. Сейчас это трудно сделать, потому что крупные монополии, у него много разных предприятий. Вот это предприятие бастует, а эти прибыль приносят. Потом то бастует, а эти... прибыль приносит. Но если бы, скажем, рабочие все вместе забастовали, почему, скажем, революция предшествует размах вообще большой забастовочной борьбы? Когда начинаются повсеместные забастовки, капиталисты вообще ничего не могут. И у нас даже по закону, кто поддерживает во время забастовки порядок на бастующем предприятии? Кто? Рабочие. Там ничего не сказано. В законе сказано, забастовочный комитет отвечает. Забастовочный комитет. А что он там нарешает? Это уже творчество. Хотите дружины, хотите нанимайте охранные какие-нибудь предприятия, если у вас много денег. Нет денег, сами поддерживаете. Товарищ вот наш в Нижнем Новгороде, Сенков, на марш-заводе был председателем забастком во время большой забастовки. Приходит товарищ из ФСБ и спрашивает его, как председатель забастовки, а вы планируете пускать или не пускать генерального директора во время забастовки? Ну, вопрос резонный, потому что вот пустишь генерального директора, вдруг его кто убьет. На всякий случай не пускают, можно не пустить. В цели поддержания порядка и безопасности этого генерального директора. Ну, народ уже ненавидит его, его пустят, а кто будет отвечать, вот забастовщики скажут, я не хочу отвечать, поэтому мы его не пустим. А это потому что единство, мы же с ним одни. Это он наш же. Из-за того, что мы с ним одни, мы его хорошо знаем, он жулик. Потому что если мы не одни были, не было единства, мы не знали, что он жулик. Мы думали, что он хороший человек. А сейчас мы знаем, кто он такой. То есть этот вопрос о единстве, он предполагает, даже противоположность, обязательно предполагает единство. Без единства нет никакой противоположности. Но есть однополярный метод. Да. Мы же полярные. Одна полярная. Двухполярная. Северная и южная.
Вот. Ну, из этого что следует, из того, что мы с вами вот, рассмотрели сегодня? Следует, что надо это все еще раз вот, читать про рефлексию. Читать про рефлексию. Там мало страниц. Мало страниц. И вот... От этого не легче. Легче, Кирилл Валерьевич, вот эту книжечку легче носить, чем ту, которую вы держите в руках. Я двойной пользуюсь. Да. Спортивная зарядка. А он читает одно и то же место, а видит, что он читает всю книгу. Оно же в единстве находится, поэтому можно сказать, да, что да. Я читаю эту книгу целиком. Я так тоже еду, я знаю почти туда-сюда. Люди думают, что умная такая толстая книга. Вопрос. Да. Все-таки мы прыгнули с моста благодаря здравому смыслу или буржуазной пропаганде? Так кто это прыгнул? С какого моста вы прыгнули? Вы с какого моста? Перестроились. А почему это вы на себя? Мы не прыгали с моста. Я, например, добивался того, чтобы его исключили из партии, как товарища гражданина Горбачева, как проводящего антинародную политику. А некоторые в этот момент прыгали с моста. А другие, а с моста прыгал Ельцин. Я вам напоминаю. Почему вы говорите мы? Вы с Ельциным прыгали вместе, что ли, Владимир Дмитриевич? А он еще прыгнул в мешке, между прочим. Ты его думаешь, что он не прыгнул, а его выкинули в мешке вниз. Да, не повезло. Не повезло. Не повезло. Повезло. Так, еще какие есть вопросы у нас? Существенное, несущественное. Это просто как бы такое внешнее наблюдение бытия и сущности. Почему это наблюдение? Как это внешнее наблюдение бытия? Ну как вот как? Ну прямо так и пишешь, что. Наблюдение, слова там нет. Наблюдения нет, хорошо. Внешняя рефлексия. Ну так рефлексия. А рефлексия это отражение. Относится к сущности. Но само деление на существенное и несущественное, как он говорит, возвращает нас в сферу наличного бытия. Почему? Потому что то, что вы, если вы на самом деле думаете, что вы вернулись назад в сферу бытия, то вы ошибаетесь. И он вас возвращает и говорит, несущественное на самом деле тоже относится к сущности. То есть ваше деление надо брать, вот это существенное набрать как сущность, а не как оторванное от него бытие существенное. А это вот, но это вот это и есть видимость, но это видимость самой сущности. Поэтому он переходит от этих категорий существенные и несущественные, которые кажутся категориями бытия, к действительным категориям сущности. Кажутся, потому что они нехорошими словами выражаются. Кажется, что несущественное это то, что бытие. А оно не бытие. Но все равно бытие это снято. Вы уже в сущности различаете. Вы где их различили? Существенности. Где вы это различили? В какой сфере? В сфере сущности. Ну раз в сфере сущности, что спрашиваете тогда? Это категории сущности. То есть, как только вы осознали, что они категории сущности, вы уже их не будете называть существенным, несущественным, а скажете их видимость. Причем, но и скажете, что это видимость самой сущности. В одно уже движение. Это нету двух. Нету двух, а есть рефлексия одна. Правильно? Сущность, как рефлексия. В себе самой. Одна рефлексия. А потом уже рефлективное определение. А чтобы она была не одна, сущность, как вот это вот движение, как сотрясание всякого вот этого бытия. И первое, это первое, с чем мы сталкиваемся, первый раз, когда нам говорят, не то вы взяли, не так вы взяли. Вы взяли как два бытия, извините, так нельзя брать. И мы производим это отрицание. То есть это вот еще мы производим снова это отрицание, как бы вспоминаем, что мы попали в сферу сущности и не должны об этом забывать. И дальше будем иметь дело только с сущностью, которая пока выступает как видимость. Ну понятно, вы еще не докопались. Потом начинаем докапываться и застреваем. Вот здесь мы докапываемся, потому что мы берем это вот определение, а определение, если всякая определенность есть отрицание, то определение это вот. Какая определенность, которая равна самому себе и проявляет себя? Как, куда, вовне? Какое тут есть вне? Никакого. Вне-то тут нету. Вы из сущности-то не выскочите. Значит, и она и равна самой себе в сущности, и не равна. Вот, пожалуйста, это и есть тождество, и не тождество. Ну так, вроде, по логике вещей, куда деваться-то? То есть мы приходим к тождеству и не тождеству.
А дальше от тождества не тождества уже различия и так сказать, виды этого различия, и наконец противоречие. Противоречие потом разрешается в основании, разрешается оно борьбой противоположностей. Борьбой оно разрешается всегда. А не выборами, Владимир Ильич. Выборами не разрешается противоречие между рабочим классом и буржуазией. Разрешается или снимается? Разрешается. Противоречие разрешается. А что это за теория такая разрешается? Что это несет? Он и снимается, он в сущности как было, как осталось. А что значит снимается? В чем снимается? Ну, снимается тоже. Но это для снятия это есть уже речь это о снятии уже этого самого противоречия. Да. Ну, так оно вот это вот для снятия конкретного снятия, когда речь идет о снятии противоречия, применяется слово разрешается. Противоречие разрешается. Точно так же, как и бремя разрешается от бремени рода, когда совершается. Тоже там слово разрешается. Противоречие тоже есть большое очень. Свой ребенок, он должен, с одной стороны, он свой, он в организме женщины, а с другой стороны, вот он должен выйти из этого организма. Противоречие. Да, противоречие снялось. Когда он вышел из организма, противоречие снялось. Да, ребенок-то свой остался. Да. И казалось бы, все, вот два наличных бытия совершенно разных. Потом у женщины появляется молоко. Вот этого не было. Уже потом не сразу. Вот так. Тут это вообще сложная очень штука. Но это уже примеры пошли. Вот. Но это сложно. Которые так требуют наши зрители. Все товарищи. А, все. Но мы всем зрителям говорим, что все, что есть, это пример диалектики. Все есть.